Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Начинаем мы прохождение новой игрушки сегодня в Заквайре. Видеоигра в жанре драма-хоррор, разработана Supermassive Games. Ну, кто играет в игры, тот знает, что это за компания, да? Историю вот этих вот ужасов она нам тут делает. Уже три игры вышло про нее. Я имею в виду историю, вот это от них же, от разработчиков, скажем так, «Дожить до утра». Дожить до рассвета, точнее, правильнее. Вот, ну и тоже какой-то типа драма, хоррор. И, скажем так, интерактивное кино. Поиграем сегодня в нее, посмотрим. Скажем так, первая сегодня у нас серия. Первая серия. Еще не запускал игру. Еще не знаю вообще, что, кого, как. Единственное, что... Где у нас опция? Стоп, это не то. Блин, у меня тут XB всякую хрень. У меня джойстик-то от этого. От PlayStation, блин. А ну-ка. Геймпад. Основная. Блин, а нельзя здесь? Слушай, ну не интересно будет, я тогда не понимаю, какие здесь кнопки нажимать. Ну, почему нельзя переключиться, так что, блядь. Короче, графику всю на ультра поставил. Ой-ой-ой. Да, блин, что творишь? Короче, слушай, очень что-то неудобно прям. В окне мне не надо, да, не полноэкранный. Вот, да, вот это так вот и не сделать. Так, разрешение. Слушай, ну что-то мне прям пока что... Не нравится, как это все дело делается. Я имею в виду джойстика. Так, ладно, давай начнем, посмотрим. Там дальше будет видно. Блин, ну, прям такой. Новая игра, короче. Я за вот это UTE боюсь, то, что тут же кнопки надо будет нажимать. Ладно, давай смотрим новиночку. Проблема в Steam ее купить, там вообще нету кнопки купить. Wrapped up in my lover's arms, I feel it in my weary bones. I'm you
Зачем вырубила? Сам знаешь. А. Что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права. Это спорно. Блин, я думал, что советы народили, я как-то даже... Ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам справиться с любыми неожиданностями, с которыми вы можете столкнуться в лагере Hackett's Quarry. Благодаря Quick Time Events или QTE вы сможете вовремя среагировать на происходящее. Учтите, в Hackett's Quarry бывает опасно. Не забывайте смотреть по сторонам. Стоит расслабиться, и случится несчастье. Вы сами выбираете свой путь. Но это не значит, что на нем не будет преград. Берегись! Да, детка, ловко ты я. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока хот-доги, пока яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже, просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Так, взять буклет, взять карту. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Эй, на дорогу смотри! Хо! В лучших традициях триллера, блин, как обычно. Кто-то на дороге, хрен пойми кто. Ты цела? Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Нет, Макс, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Мы человека сбили? Не знаю. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но, может, не сбили. Не знаю. Какой медведь, блядь? Какой человек? Там кто-то маленький был. Или мне так показалось? Что там? Тачка в хламину. Ну, может, все не так уж и плохо? Ну... Надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь дать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Так, ЛФ, блядь, чтобы перемещаться, это понятно? Так, погоди, погоди, погоди. А, так и не получится, да, если так... Ага, вот так можно. Блин, я просто...
Вот так я сделаю, нафиг отрубить эти фильтры, которые у меня за Microsoft стоят. Я про них забыл, бля. Так, задача взять инструменты, лора. Блин, может на клавиатуре играть что-то? Тут мы пока нифига не знаем, да? Так, нажмите LB, чтобы посмотреть. Короче, я буду, наверное, играть тогда на клавиатуре, потому что А мне здесь как бы прям совсем никак. Что джойстик определяется, блять, как от Xbox. Макс, почему ты не сказал? Отказали там ему в чем-то, видимо, в поступлении в какой-то вуз, что ли. Спасибо. Да. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Поскорее бы убраться отсюда. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. В принципе, более-менее, как бы, на мышке тоже удобно. Уважаемый господин Бринли, благодарим за проявленный интерес к университету Лэндис. В этом году мы получили множество интересных и выдающихся заявок, но смогли принять лишь некоторые из них. Мы очень внимательно рассмотрели ваше заявление, и хотя мы отметили ряд сильных сторон, на наших программах магистратуры сейчас высокий конкурс, и ваше заявление не вошло в число тех, которые мы смогли принять. Рекомендую вам подать документы в другие магистратуры и желаем вам успехов в учебе и за ее пределами. С уважением, Хелена Мэнсон, доктор наук, консультант по вопросам поступления. Она дальше не идет, что ли? То есть там она обойти вокруг машины, блядь, не может, понятно. Тут я ее вообще не видел. Еще можно что-то взять, нет? Так, это мы прочитали. Серьезно?
Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. Давай уступка, нифига, пока ругаться я точно ни с кем не хочу. Боже, Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Да. Осторожней. Да. В смысле, она одна еще и пойдет к тому же ночью в лесу, да? Блин, я не считаю, что это нормально. Да. Удачи с машиной. Найдена карта Таро Дурак. Пью, чтобы посмотреть. Дурак. Интересно, кто это? Дурака узнать несложно, правда? Невинность и свобода или безрассудство и любовь к риску? Спонтанность, необдуманные действия и их неизбежные последствия. Думаю, ведь дураки взрывоопасны. Блин, ну да, да. Лучше про дурака и не скажешь. Так, фонариком мы, получается, мышкой светим. Здесь у нас еще что-то есть. Ну, это смело, конечно, пойти одной. Так, плакат Харумскарум. Афиша бродячего цирка. Похоже, когда-то давно ее забыли тут в лесу. Края как будто обгорели. Плохо, что не убирается, да? Вот я уже посмотрел, получается, на нее. Сейчас обратно идти, она все равно будет гореть. Так, по-моему, мышку нужно немножко послабее сделать, это не очень удобно. Я имею в виду чувствительность. Сундук иллюзиониста. Сундук набитый странными приспособлениями. Может, это реквизит иллюзиониста? Должно быть, он остался после бродячего цирка, который останавливался в этих краях. Я пока вообще не понимаю. Я понимаю одно, что мы куда-то ехали. И, блин, не доехали, но... Я описание по игре к этой не читал, ничего не смотрел про нее. То есть вот первый запуск, и прям сразу же начинаем изучать игрушку. Так. Ну вот глупо, конечно, что она пошла одна. Бля. Видел? Может, не стоит туда ходить. Что это? Эту старую клетку со временем поглотили заросли. Похоже, здесь жило какое-то животное. Блять, я слушаю, я не знаю. Сайлос, мальчик-пес? Мне уже страшно. Ох, ну и дичь. Стрёмное дерьмо. Да, пойдем-ка. Ну и нафиг отсюда пойдем. Бля, она пошла чуть-чуть, типа, посмотреть, что там внизу, но она тут уже пол леса обошла.
Может, к машине? Ну серьезно, блин. Ну это же нездоровая фигня, ну. Она с гребаным телефоном, она даже не с фонарем, ты понимаешь? Телефон сейчас этот вали. Опа! Видел, да, призрака? Телефон сейчас сядет, как всегда. Пожалуйста. Прошу, открой. Где вы? Так, тут надо будет жать на кнопку. Макс. Тише, в чем дело? Что такое, как ты? Скажи, что случилось, ну же. Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Зай, успокойся, все в порядке. В лесу много всякого. Животные очень легко испугаться. Нет. Мы можем просто уехать. Да, едем. Хорошо. Как? Да, завелась. Урчит, как котенок. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Давай, блядь, серьезно. Макс! Я же... Дай мне минуту, сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, Зая, прости, извини. Извини. Ничего. Блин, газу давай. Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ебать, мать твою! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Мы в норме, немного испугались. Угу. В лесу, офицер. Не расскажете, что случилось? Путь выбран. А что значит Q, чтобы посмотреть? А, ну это обучение, это на... Ну... Честность. Кто-то выскочила на дорогу, мы съехались. Да блин, я не знаю, давай честно скажем. Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то выскочило? Извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр? Полицейский выглядит встревоженным. Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? А, да, я не преступник.
Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? В летний лагерь Хекетс-Квори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Ну, какой-то след на шее. Ощущение, что от веревки. Вы не доберетесь до Хекетс вскоре. Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. А, спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хекетс нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? Ну-ка. А при всем уважении, а почему нам нельзя в Хекетс-Квори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Эй, что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. Окей. Точно. Вы сидите там. Полицейский начинает раздражать. Ничего, нормально, я выйду. Ладно. Это как-то надо нам заботиться о том, чтобы этого не было, или как? Или это нам просто дают информацию? Так это же непонятно. Так. Значит, мы... Примерно вот здесь. А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хекетс-Квори? Ну, думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут завтра утром. Ага. Странный полицейский. Прям уж очень сильно он настаивает, вот мы ехали в мотель. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Мне нравится графика в этой игре. Хорошо сделано. Со светом поработали нормально, да, вроде с тенями тоже. Ох, блин. Дождь опять же, смотри какой. И чего он там теперь сидит? Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Рад. Встреча. Да уж. Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, угу. А мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хекетс-Квори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20. А это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Все, хорош.
Ну, прям такое себе, да, позаигрывали, блин. На темной трассе чуть, блядь, в лесу в этом не остались, в стрёмном. Все-таки хотят скотчи, да, мы приехали. Summer Camp, это у нас что там, летний лагерь. Да вы издеваетесь, тут никого нет, нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хеккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим кто время. Кто тут будет бросать? Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Есть кто дома? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Живы? Сейчас вернусь, я за помощью. Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хеккет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! Эй! Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. Мне кажется, ты это пацан, которого будку она... Я никого не вижу. Смотри. Да смотрю я. Дай-ка мне.
Она у тебя сейчас в глаз что-нибудь воткнет. Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Блин, ну давай, какая разница? Точно? Да, видос смотрела. Ух, мощь. Помочь? Да. Помнишь зловещих мертвецов? Эй! Вы целы? Вы есть? Эй, осторожно. Ошейник слишком велик для собаки. Да и кто мог назвать собаку Яном? Я тебе говорю, это тот чел, блин. Который человек-собака. Господи. Макс? По-моему, самое время отсюда свалить. Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещится. Макс! 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 Минус Макс, что ли? Кровь. Помоги. Кровь. Кровь. А, помочь, 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 помочь. Макс, ты хоть немного помогай, там ногами шевели, блядь, тяжело, можно мне. Полицейский гребаный, я так и думал. Это по-вашему похоже на, мать его, мотель Харбинджер? Movement,
А вот интересно, если бы мы в отель поехали. Ну, мы потеряли, да, людей, я так понимаю, или это все-таки по сюжету, да? Вот, видишь, фиг его знает. Эту игру можно несколько раз, я думаю, будет пройти. Не, ну, для записи, наверное, один раз. А так уже потом самостоятельно. Здравствуй, друг. Здорово, бабуля. Добро пожаловать. Мы ведь друзья, правда? А фиг его знает. Я ждала тебя. Ждала. Да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе. А ты помоги мне. А вот и твоя карта. Дурак. Интересно, кто это? Дурака узнать несложно, правда? Свобода и невинность? Или безрассудство и любовь к риску? Спонтанность? Бездумность? И... ее последствия. Так что думай, но не обожгись. Я могу показать больше, если хочешь. Нет, я так понимаю, это подсказка. Нет, жаль. Впрочем, да, выбор должен быть за тобой. В этом весь смысл, так? Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает, делает нас сильнее. Блин. Так должно было быть, что минус Макс и детки это укол шарашили, или все-таки можно было этого как-то избежать? Глава первая. Хакет Скори Форева. До встречи, народ! Да, Хэггетс Куори Форева! Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там... не знаю, боги. Боги космоса? Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну чё, бросила, да?
Салют, Эмма. Хай. Так, это... ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. Так, ладно, давай, предлагаю на этом закончить. С игрушкой познакомились, поняли механики, более-менее поняли, что будет происходить. Вот, ну а дальше, наверное, уже все-таки на стрим эту игру надо выводить. Вот, постримить будет интересно. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.